принципе, проехать можно. Снега осталось совсем чуть-чуть. Два дня плюсовых постоит, и все, можно работать. Снега на полях уже все нету. Теплица оттаяла на полметра благодаря тому, что здесь тепло. Сейчас откроем нашу Бразилию. Посмотрим, сколько там градусов. Прошу. Ну тут да, тут жарко. Здесь пошел сорняк. Камера, наверное, вспотела, как обычно. Можно работать, в принципе. Так, сколько градусов? 42 градуса. Это очень хорошее. Ну и самое главное, нету шума от того, что ветер. Вот сейчас ветер сильный, а в теплице комфортно работать. А пленку ее болтухает, шелестит она, и не совсем удобно работать. Голова начинает болеть после 5 часов работы. Радует то, что здесь нету воды. Надо купить от мышей отраву срочно раскидать, потому что мыши здесь пляшут. Мыши будут жрать семечки, которые здесь будут посажены. В общем, надо готовиться к сезону основательно. Сейчас мы выходим на улице. Где-то плюс 5, плюс 7. Наша рожь всходит потихоньку. Скоро можно уже баранить, потому что земля сохнет, ветер дует. В общем, скоро в бой.